Спасаться от жары приятнее всего у воды. И пример комфортного пляжного отдыха областной столицы в этом году подает периферия. В Сингелее по нацпроекту «Жилье и городская среда» продолжают благоустраивать городской пляж. Ирина Силкина продолжит. Буквально два года назад здесь был пустырь, поросший бурьяном. О качественном отдыхе на диком пляже не было и речи. Сейчас здесь чистый песок, дорожки с деревянными настилами до самой воды. Оборудованные кабинки для переодевания и площадка для активного отдыха. За благоустройство именно этого места в городе проголосовали сами жители. Чистый залив с пологим входом пользуется немалой популярностью, особенно у семей с детьми. Сингелей для нас это очень родное место. Все наши родственники здесь живут. Вот, каждое лето мы здесь отдыхаем с удовольствием. Это лето особенное, как тут все сильно изменилось. Вот, конечно, в лучшую сторону. На мой взгляд, сделан необходимый минимум для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно и отдыхали с детьми. У нас большая семья, четверо детей. Вот они все купаются. Раньше здесь не было оборудовано, ну, переодеться негде. То есть нам приходилось как-то это выдумывать, где что. Мы с детьми постоянно, поэтому это особенно важно. А прогуляться вот сейчас есть где. То есть, ну, супер. Обустройство места массового отдыха у воды на улице Верхневыборной проводится в два этапа. В прошлом году подготовили территорию, укрепили подпорную стенку, организовали пешеходную зону и заасфальтировали подъездные пути. В этом году работы продолжаются. Установили здесь очень много малых архитектурных форм, то есть лавочки, урны, перголы, вот, места для раздевания, места, естественно, для туалета, то есть туалет сам. Обустроили велосипедную парковку, то есть люди теперь могут безбоязненно оставлять свои велосипеды здесь. Также есть у нас автомобильная парковка и, естественно, технологический съезд сделали для того, чтобы наша служба по благоустройству городская могла обслуживать и содержать данную территорию. Живописное место на берегу Волги теперь становится еще и образцом комфортного пляжного времяпрепровождения. К тому же, по словам местных жителей, все больше ульяновцев, прознав про новое место отдыха, с удовольствием приезжают сюда в будни и в выходные. Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести Ульяновск из Сингелея.